вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно о цій порі я вас запрошую до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні до нашої студії завітала молодь. Вони є членами Миколаївського молодіжного просвітницького товариства японської культури Теті Кадзе, голова товариства Євген Сандул. У нас у гостях член товариства Валерія Гусєва, В'ячеслав Ларін і Євген Сандул. Сергій Панчук, я вибачаюся. Я вас вітаю, що ви у нас у гостях. І сьогодні ми запрошуємо наших глядачів у неймовірно цікаву подорож. Подорож філософією і подорож, знаєте, такими свіжими враженнями, тому що ви представляєте молодь. А молодь завжди, вона як лакмусовий папірець товариства. Це своє бачення. Але для початку давайте розкажемо нашим глядачам, звідки коріння товариства, як давно воно працює в Миколаєві. Євгене, до вас звертаюся. Добрий день. Общество существує в Миколаєві вже більше 20 років. Основатель цього общества Артур Шуба. Изначально общество возникло просто как секция боевых искусств. Артур Владимирович привез на те времена еще неизвестное карате, кендо, и занимался с детьми в школьном спортзале, организовали вот такую секцию и занимались с детьми боевыми искусствами. Впоследствии ребятам стало интересно более глубоко, они как уже за учителем следовали, брали с него пример и узнавали, Артур Владимирович занимался каллиграфией, японским языком, изучением японского языка. То есть и людям присутствующим это было необходимо, они заинтересовались этим, мы как бы уже сформировали такое общество из интересующихся людей в японской более расширенного, да, более расширенной японской культуры. И впоследствии мы вот привлекается молодежь, мы занимаемся уже большой дружественный коллектив, такой, можно сказать, семейный, потому что многие уже выросли, и их дети уже ходят на занятия, занимаются и интересуются, участвуют с нами в различных мероприятиях, потому что наша организация многопрофильная. Мы не только занимаемся и боевыми искусствами, мы занимаемся и японской культурой, это и каллиграфия, и танцы, и изучение японского языка. Ну, и просветительское такое направление. Да, это, будем так говорить, основное. То есть развитие детей не только в виде физического воспитания, но и, вот, можно сказать, духовного, культурного, приобщения вот, к таким мероприятиям, как показательные выступления, выставки различные, потому что у нас занимаются дети, которых мы привлекли. Ну, они занимаются в художественных школах и рисуют уже на тематику японскую, и мы, у них есть целые выставки, и мы посещаем эти выставки, поддерживаем их, нас приглашают. То есть в таком вот ключе наше общество существует. Ну, большой спектр, конечно, задействован. Шановні друзі, у нас є декілька фотографій, які просто захоплюють своїми враженнями, тому що насправді дуже строката палітра роботи товариства, і саме зараз я запрошую вас подивитися ці фотографії. Thank you.
неймовірно яскраві враження, таке, знаєте, захоплення культурою, воно занурює у дивовижний світ, світ глибинний, світ багатошаровий. І якщо, знаєте, зосередитися на тому, що це хлопці з Миколаєва, і вони захоплюються східною культурою, східною філософією, і тут вони розповсюджують цю філософію, то це вдвічі приємно. І саме зараз давайте ми поцікавимося, що ж штовхає цих людей у цей неймовірно дивовижний світ. Валерія, як давно ви у цьому товаристві? Ну, я з дитинства участвую в различных мероприятиях, которые устраивает японский центр. В детстве, я помню, мы ездили в Киев, в японский центр. Ваши родители, да, в этом обществе? Да, да. Ну, у меня отец фотограф, мама художник николаевский. И вот мы ездили на празднование Дня рисовой лепешки. Также в... Это где это было? В Киеве, в японском центре. Да. Также в Киево-Могилянской академии приезжала японская делегация. Там были занятия по каллиграфии, показывали кимоно, учили, как их правильно завязывать. Я была моделью. Ну, вот. Классно. Лерочка, вот для тех зрителей, которые впервые вот сегодня знакомятся с философией японской культуры или в принципе с японской культурой, вот что самое знаковое необходимо обозначить или заявить, если впервые человек подходит к этому вопросу? Что самое интересное в японской культуре? Ну, в японской культуре есть массу интересных вещей, начиная от, те же самые костюмы. Кимоно, да? Да, кимоно. Какие красивые девушки там у вас стояли на фотографиях, да. Это же сказка просто. Кимоно, различные вот боевые искусства, и, ну, это интересно. Вас именно что привлекает? Из-за того, что родители, или действительно каждый раз вы что-то открываете для себя новое? Ну, я всегда открываю для себя что-то новое, ну, и всегда по-разному. Японская культура, она сама по себе очень интересная и загадочная, многогранная. Как, в принципе, весь Восток, да? Вся, да. Восток, восточная философия. Вы сегодня у нас пришли с музыкальным инструментом. Да, это гавайская гитара, укулеле. Так. Я, ну, учусь на ней пока играть, и вот играю где-то, наверное, полтора года. Это связано с работой японского общества, именно вот с японской культурой, или это связано именно с вашим развитием? Ну, скорее связано с моим развитием. Так, ну, я так понимаю, что проходят концерты, и вы выступаете в рамках работы общества? Ну, нет, но я участвую в литературных вечерах, которые проходят в Николаеве. Амперсант, Рок-Хата, и там я иногда выступаю. Классно. Сегодня есть возможность для наших зрителей сыграть? Да. Пожалуйста. Что мы будем слушать? Песню поэтессы. Ну, как ее стихи, а музыка и, соответственно, все остальное, это уже мое. Надежда Штерн. Пелена тишина.
Спасибо большое. Жень, поддерживайте молодые дарования, потому что, вот видите, вы рассказываете о том, что, в принципе, идет такой глубинный пласт японской культуры, однако вот в рамках работы общества появляются новые какие-то такие грани работы, да? Да, да. Люди, рабы и сами вот, люди, которые приходят, приносят вот, интересные новые идеи. Новые идеи, моменты. Приятно работать, я говорю, если мы можем, мы помогаем им в развитии духовно, как музой, можно сказать, да, быть там японские какие-то моменты, они могут в этом себя найти, применить и включить там что-то, уже это у них уже работает. Мы только рады помочь, то есть, ну, людям интересно, плюс какое-то там физическое развитие они и занимаются, для них активно образ тоже проводят, там, и с нами ходят в походы, и тоже там у нас детки есть, которые там на гитарах играют. Ну, интересно просто, это вечером возле костра, ну, просто вот Валерия прекрасно играет и поет, ну, просто превосходный голос. Это правда. И, знаете, классно то, что сегодня можно разнообразить так свою жизнь, что она заиграет, засияет яркими новыми какими-то гранями, которые наполняются самобытностью и неповторными какими-то моментами. Потому что на самом деле, вот видите, вот у нас на Украине мы можем приобщиться к яркой такой культуре. Лерочка, вы принесли еще свои работы прикладного плана. Да, я занимаюсь лепкой. Ну, где-то, наверное, с 8 класса. И где-то лет 5 назад у меня появилась идея, то, что можно, ну, как бы попробовать себя в лепке кукол. И сначала я слепила одну куклу, потом вторую. И вот сейчас я поддерживаю эту серию. Это полимерная глина, да? Да, это полимерная глина. Я поддерживаю эту серию. Главная идея – это несовершенные люди. То есть у каждой куклы нет одного глаза. То есть это как бы очень утрированно и может быть очень грубо, но по сути, да, нету в мире совершенных людей. У каждого там есть свои недостатки, есть хорошие черты. И сейчас этих кукол у меня 19. Всего планируется 33 на каждую букву алфавита. Лерочка, как же стать идеальными? Как прийти к тому, чтобы второй глаз появился? Ну, нужно саморазвиваться обязательно. Совершенствоваться. Совершенствоваться, да. Иначе это сложно. Это правда. Это, и, возможно, вы видите, вот в такой вот необычной форме девушка призывает к тому, что каждый должен задуматься прежде всего о том, в чем смысл, собственно говоря. Философия глубокая – это основа японской культуры. И Вячеслав к нам пришел сегодня с символом, да? Да. В принципе, японской культуры. Расскажите, пожалуйста, что у вас в руках? Ну, это японский меч катана. Так. Как бы является одним из главных олицетворением, символов. Да? Также он как бы символ императорского правления. Вот. И как бы одно из главных орудий, которое помогает, в частности, при занятиях айкидо, помогает. Раскрывайте, покажите нам его. Так. Вот. С помощью него очень намного легче понимаются все движения, как бы при тренировках. Вот. Ну, как бы это не холодное оружие, так как у нас нельзя пользоваться холодным оружием. Это так. Это спорт и философия, да? Да, конечно. Философия очень такое глубокое понятие, поэтому в одной передаче оно не уложится. Однако, давайте мы вернемся к названию вашего общества. Оно напрямую связано с вот этим предметом. Общество называется Татикадзе, как бы состоит из трех иероглифов. И, в принципе, в буквальном смысле можно перевести как ветер, поднятый взмахом меча. Вот. Этот ветер, он должен быть созидающим? Ветер перемен. Перемен.
как созвучно это с тем, что происходит на Украине. Тем не менее, ребят, когда вы входите и вводите малышей в японскую философию, философию восточных единоборств, что самое главное надо запомнить, знать, потому что много сейчас об этом говорится, есть масса информации, видео, да? Тем не менее, вот вы, люди, которые через это прошли, вы знаете уже изнутри суть. Что самое главное? Самое главное, чтобы были сделать из детей достойных членов общества, как бы, чтобы не столько как бы углублять, может быть, сразу философию, сколько сделать. Ребят, каждый по-своему видит достойного члена общества. Вы видите, сегодня мы на переломном таком моменте исторически. Первоначально, конечно, как бы для детей главное, чтобы они не сидели все время за компьютером, вот, как бы выходили в свет и занимались чем-то более как бы полезным для себя. Активно проводили жизнь, да? Дисциплинировать их к действиям, спорту, приучить их к спорту, дисциплинировать их посредством дисциплины, изучения боевых искусств, приобщать к культуре. Не только японская, также и украинская культура очень богата, и они схожи между собой японскими и историческими моментами, как воинами, так и именно воинами. Как боевым оружием, боевым тем же, да, мечи наши. Мечи и так далее. Очень схожи, очень похожи, философия. Даже стрижки были похожи у казаков, у японцев. И одежда. И одежда, штаны, штаны широкие, потому что все были всадники. Это было очень схоже, очень похоже. И переплетается, можно сказать, и исторически. То есть дети, приходя к нам в общество, к нам в клуб, они занимаются боевыми искусствами, японской культурой, но и постепенно познают свою культуру, более глубоко ее изучают, и свою, и, будем так говорить, японскую. Но самая главная заповедь самурая, вот знаете, вы говорите о становлении личностном, правильно? Ребята должны сегодня понимать, что они члены общества, и чем больше культур ты знаешь, тем больше ты богат внутренне, правильно? Но то, что вы заявляете, основа основ, вот становление человека, личности через восточное единоборство, через восточную культуру, философию. Мы их привлекаем просто к различным мероприятиям, где они могут себя самореализовать. Это не обязательно именно спортивные какие-то мероприятия, это мероприятия, культурная деятельность. Просто мы можем собраться, начать заниматься каллиграфией. Мы привлекаем детей с разных клубов, у нас много филиалов по всему городу. Мы просто привлекаем, они общаются между собой, самореализуются. Они учатся изначально общаться, адаптируются, социально становятся дети. Не просто, то есть мы их можем... Вот, будем так говорить, грубо говоря, оторвать от планшета, привести, пообщаться с другими живыми более детьми, пообщаться. Если у нас какие-то это спортивные мероприятия, значит, они могут в определенной степени спортивного соперничества занять какие-то призы, получить награду, одобрение. То есть у них идет развитие, они понимают, что это правильно. Также поддерживают очень сильно родителей детей, потому что они приходят к нам на занятия, у нас есть активные занятия для родителей вместе с детьми. То есть и у ребенка потом уже впоследствии не возникает вопросов, если занимаются мои родители таким, то есть они здесь вот учатся там, и айкидо, и каллиграфии, почему я должен заниматься чем-то другим, потому что мы всех изменить и научить, вот мы сейчас видим кукол, которые всех изменить, Все особенные, понимаете, не потому, что она как увечья, а человек особенный. Японская философия говорит о том, что человек, он создан уже такой, как он есть, он уже изменить может только сам себя изнутри, если у него цель, направление, он может двигаться вперед. То есть у него есть какая-то идея. Кто-либо изменять человека не может по своему как бы... Принципу подобию, да, потому что подстроить всех, вот, то есть, и у них, у японцев есть, то есть, изучение такого, если растет дерево, оно здесь в этом месте выросло, оно здесь и должно расти. Но... Вот видите, вот так вот проявляются особенности философии, то, в принципе, о чем я и спрашивала, и самое главное, знаете, такие пласты мудрости. Знаю, что интересное мероприятие проводится, мы об этом говорили, и последнее было интересное мероприятие, Сергей, я к вам обращаюсь, это то, что непосредственно связывает, знаете, такие больные раны и японцев, и нас, украинцев. Да, было проведено мероприятие памяти жертв Хиросимы и Чернобыля.
ну, сами по себе эти трагедии, там, причины изначально там, у них разные, но последствия одинаковые. У нас есть несколько фотографий, я попрошу режиссера показать. Пожалуйста. То есть там на протяжении там, лет последствия. То есть в данном случае это мероприятие было как в целях мира, добра, поддержки мира, добра, объединения, совершенно верно. То есть лишний раз обратить внимание общественности на то, насколько это может быть серьезно и страшно. То есть это не игрушки с такими вот ресурсами или там вооружениями. То есть к этому нужно очень серьезно подходить, точно так же, как к любому боевому искусству. То есть люди, которые приходят, обучаются, в первую очередь нужно понимать, насколько этот человек, что он из себя представляет. Это, другими словами, вложить ему в руки оружие, неизвестно, что он с ним сделает. И, соответственно, вот данное мероприятие, которое было проведено, само по себе айкидо, вот, это искусство мира, боевое искусство мира, как бы это ни парадоксально звучало, но оно так и есть. Вот. И, соответственно, в детях, вообще люди, которые вот у нас занимаются, в первую очередь вкладываем вот, ну, доброту, что ли, общение. Мудрость, наверное, какую-то, ну, да? Скорее всего, умение, да, познать и прочувствовать соперника своего. Это у нас даже не соперник, а партнер. 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 Супер, да. Классно. Мы все работаем по принципу партнеров, потому что... И общаемся таким образом не с целью соперничества, потому что развитие, ну, человека идет не посредством соперничества, а посредством партнерского, объединяющего такого вот общения, взаимопомощи. То есть мы можем быть разные, но мы можем между собой общаться и это нам не мешает, другу. То, что мы разные. Мы показали фотографии, там были фотографии из семинара. Я участвую в международных семинарах, представляю Украину на международных семинарах, там, где собирается больше 500 человек с разных стран, и показывают айкидо, демонстрируют его, будем так говорить, в каждой стране, как занимается. И мы общаемся с людьми из других стран. Ну, у меня проблема, можно сказать, там, с английским языком, со временем его изучения. Потому что нет катастрофически времени, не хватает иногда на его изучение. И мы общаемся посредством, вот, мы друг друга понимаем. Мы вот, как бы это ни звучало, мы друг друга понимаем на ковре, мы понимаем человека, который ведет это мероприятие, мы его понимаем, я его понимаю без перевода, я понимаю, что мне нужно делать. И многие понимаем друг друга, они... Мы не знаем ни английского, я не турецкого, ни французского. Но мы можем спокойно пообщаться вот посредством таких. Мы партнеры на ковре, мы не мешаем друг другу, мы друг другу, мы пришли сюда, чтобы помогать друг другу. То есть... Вот на этой, знаете, очень жизнеутверждающей ноте я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня были у нас в гостях, что вы поделились своей жизненной философией, своим опытом становления, поиска себя в этом мире. Это очень классно. Спасибо вам большое. Я желаю вам удачи и надеюсь еще не на одну встречу в нашем обществе. Спасибо. Спасибо. Мы ждем вас в нашем обществе. Приходите к нам. Будем общаться, будем дружить. Будем партнерами. Будем, да, партнерами. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого і залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі.